В Люберцах прошла встреча студентов Российского государственного университета туризма и сервиса с потенциальными работодателями. Это мотопомпа, которую опускаем в колодец. Например, из колодца либо котлования нам надо откачать какую-либо жидкость. На Люберецком водоканале старшекурсникам наглядно рассказали о специфике работы аварийных бригад, познакомились со спецтехникой. Уже за круглым столом студенты задавали вопросы руководству предприятия. Им было важно узнать, что предприятие, которому через 3 года исполнится 100 лет, идет в ногу со временем и использует современные технологии в работе. Также мотивируют молодежь комфортные условия труда, стабильная заработная плата и возможность карьерного роста. Мы очень рады, что к нам приехали студенты Российского государственного университета туризма и сервиса. Это, надеемся, наши будущие сотрудники. Мы всегда рады, когда на наше предприятие приходят новые лица для того, чтобы обучиться чему-то, научиться новому и впоследствии прийти к нам на предприятие. Наша основная миссия сегодня – это показать студентам предприятия городского хозяйства, которые работают у нас на территории региона, чтобы наши ребята, которые учатся, остались в отрасли и дальше пошли работать к нам на предприятие, как молодые специалисты, которых мы потом будем готовить, и чтобы они стабильно у нас остались в отрасли. Мы должны у ребят повысить интерес к профессии городского хозяйства. Please do it.